Друзья, доброе утро. В общем, все. Яшка кушает, и Василий. Всем сухого насыпала, лапки дала. Вот, Василий даже лапку еще не стал. Сухой больше нравится. Видите, за лапками не сильно кидается. Едят сухой. Покормила и маленького щенка. Он покушал кашку, и он в кресло улегся на солнышке. Играется. Ну, уже собачки приходят, я видела, уже эта хромушка с ним играется. А вон дядечка пришел, вот и голубей покормил, и собакам давал. Вот. Что, пойдем щенка посмотрим. А что посмотрим? Потому что я вчера вечером ходила кормить, а его не было. Я там лазила по этим кустам и насвистывала, и нашла, мама лежит там на тряпках. Думала, он с ней. А нет, она встала, его нет. Поэтому даже не знаю, где он. То ли детвора его взяла поиграться, может быть, в это время. Сейчас, видите, уже темнеет. Позже на улице тепло. Может, загулялись с ним. А может быть, кто-то забрал. В общем, сейчас посмотрю. Все равно несколько дней все равно буду ходить наведываться, потому что мало ли, у нас как взяли, так и отдали. Не видно. Ну, он бы уже вылез, если бы тут сидел. Вон они, собачки. Мамки не видно. Значит, мамка его куда-то, может, увела. А он же, видите, уже такой большой стал. И, может быть, кто-то увидел и забрал себе. Но нету. Он сильно далеко, как говорится, не уходит. Если только полазить. Я просто, знаете, когда знаешь, что забрали, как-то спокойней. А так я тут вижу где-то черные пакеты. Думаю, может, он лежит. Все может быть. Ну, нигде не видно. Тут такие хода. Нету ни мать, ни мамки, ни щенка. Ну что, далеко не пойду. Все. А, вот она. Вот она, мамка. Вот она. Где щенка дело? Значит, нет его. Думает, я... Нет, может быть, услышу, может, кто-то скажет. Мой провожающий. Догоняй, пошли. Хромушечка, иди, стой с беленькой, играйся. То и скучно там одно. Приветик. Ну, в общем, значит, нету. Да не бойся ты. Друзья, добрый день. Сегодня у нас с соседями будет субботник. В
общем, я взяла водички брызгать. Здесь у меня тоже и пилка, и резачок, и веник. В общем, тяпки, грабли. В общем, все, что надо. Сейчас мы встречаемся на улице, посмотрим объем нашей работы.
Все, девочки, спасибо огромное. Всем спасибо. Да, все свободны, всем теперь спасибо. Да. Теперь встречаемся на шашлыках. Ну, на шашлыках. Да. Когда наступит мир. А потом там не будем выходить, чуть-чуть убирать. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. После дождей, да. Ну, это уже после дождей, потому что на неделю дожди передают. Сейчас. Да, будут ли у нас белить, неизвестно. Как бы нам самим бы не пришлось это делать. Ну, главное, с окошка смотришь, уже будет все чистенько это. Так что главное, ветки все. Вот эти все такое страшное. Поработали на славу. Территорию хорошую убрали. Мы красавицы. Кто молодцы, мы молодцы. Да и вообще вы все молодцы. Умеете, могете просто. А вы здесь все молодцы. Сам себя не похвалишь? Никто не похвалит. Да, всем всего хорошего. Все, друзья, поработали. Все, инвентарь, все сложили. Сложила. Вот, может быть, там дальше продолжение еще будет. Но это уже может быть после Пасхи. Ну, как получится. Сейчас так вся пене потная, грязная. Девчонок поблагодарила. Мальчишкам сказала спасибо. Мальчишкам по 100 рублей дала на мороженое, чтобы у них был энтузиазм. Я говорю, в следующий раз, как будем продолжать убирать, я говорю, мы вас еще тоже пригласим. Они согласились. Баксик тут меня ждал, дожидался. Да. Все, теперь можно спокойненько. Сейчас посмотрю, как оно из окошка видно. Еще окошко помыть. Ну, уже совсем другой вид. Видите, как чистенько. Травка еще вырастет, вообще сейчас дожди. Вот, конечно, вот тут кусочек. Ну, вроде и небольшая территория, но тяжело. Через травой много очень листьев. Уже несколько лет, наверное, здесь не убиралось. Ничего, все доубираем. Мы молодцы. А ты куда? В общем, пока Дима занимается, крутит педали, я вам хочу про Баксика сказать. В общем, Баксик наш похудел на 500 грамм. Сегодня взвешивались мы. Обижается, вот сидит всегда, хвост откинет. В общем, куда я иду, и он за мной. Корм я спрятала в ванную, стоял на полу. А он иногда, если открыта дверь, забегал сюда и ведро открывал. И я поставила наверх. Теперь заходит, а здесь нет. Да, Баксик? В общем, мявкает, просит. Ветеринар говорила, что 2 раза в день его кормить всего, вот как я хожу своих подопечных, кормлю. Ну, конечно, я чуть 3-4 иногда, ну, по чуть-чуть даю, чтобы он не умер с голоду. Вот, знает, что здесь у него ведро. Вот, что хочу сказать за воду. Вода и вчера шла, и сегодня. Вот я и вчера сделала 2 стирочки, сегодня еще 1 стирку сделала, накупалась, сделала запас воды. Вот куда я и он садится, то мявка это так просто уже хвостик отбрасывает, чтоб может даст чуть-чуть мама. Да, мы выдерживаем, но таблетки еще мы пьем 3 раза в день, поэтому я стараюсь ему, да, что вот таблетку дать после еды. Вот это моя стирка, что я постирала. Здесь уже, что вчера я стирала, сложила, нужно будет гладить. Что еще хочу показать. В общем, здесь я лучок проращиваю. Уже раз обрезала, добавляла в супчик. Уже вот какой вырос. И достала я свои гладиолусы. Начали вот потихонечку прорастать. Я на тряпочку намокру. Это ихние детки. Я не знаю, как детки. Тоже, наверное, в землю потыкаю. Может, что вырастет. Ну, на тополь себе я не повезу сажать, потому что их нужно поливать, следить. Вот. Здесь тоже на улице не посадишь. Сломают тут и те цветы, которые сею, тоже ломают детвора. В общем,
Я решила их, у меня есть на балконе большой горшок такой из-под цветка с землей. Я думаю, он высокий, их нужно сажать на глубину, ну, хотя бы 20 сантиметров. Поэтому там, я думаю, достаточно будет им, если положить чум. У меня тут их 4 штучки. И буду в квартире куда-нибудь или на тот же балкон ставить днем. Ну, в общем, вот он. Ты везде со мной, да, Баксик? Попробуем в квартире вырастить гладиолусы. Да, Баксик? Как чуть-чуть сыпну, он все сметает. То раньше ел, и у него крошки всегда рассыпано. Тоже как грызет, и маленькие кусочки сыпятся около миски. Сейчас все подгребает. Все. Ну, уже, я же говорю, результат есть. Нужно будет дойти, чтобы было ровно хотя бы 5 килограмм, как было. Но уже заметно, что у него так живот не сильно свисает. Надо что? 4. Да не, ну на килограмм это для животного это большой стресс будет, это нет, это тяжело. А так хотя бы вот дойти, как было у него 5-100, ну до 5 килограмм будет нормально. Вот он сидит. Баксик. Шо? Баксюша, иди сюда, Баксик, иди сюда, иди ко мне. Чего? А, Фантик. С Фантиком и бегаем, играемся. Неси. Не хочешь? Ну, в общем, это вот то, что я хотела сегодня сказать вам.